It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most. Доброе утро. У нас сейчас воскресенье. Время без 15:09 утра, и мы приехали уже выступать на концерт. Richmond Hill Center for the Performance and Art. В этом, кстати, зале 20 числа будет выступать Гальцев. Юморист Гальцев. Так что и мы здесь, и он. Все здесь. Пошли. Kalari Music and Facebook Kalari Institute of Music. So without further ado, we're going to open the curtains. And you're going to get to see your precious babies, and we're going to cheer really loud for them. Really loud for them. On the count of three, say thank you, Mom and Dad. One, two, three. Thank you, Mom and Dad. One, two, three. Thank you, Mom and Dad. Because if it Mr. Ido Froimovich. Thank you.
Заказывать донатсы на драйв-тру. Hello. Please package of 6 donuts, 3 chocolate dip, and 3 it's vanilla dip with sprinkles, right? Anything else? Just this. Thank you. Так, все, перед нами еще одна машина. И вот мы сейчас подъезжаем к окошку. В одном мы заказали, а вот в другом мы забираем. Вот передо мной человек просто 2 кофе взял. Сейчас я. Now it's us. Oh, thank you. Thank you so much. Все, поехали. Дело сделано. В общем, мы возвращаемся с концерта, и как всегда, мы на концерте отыграли великолепно. Идоша, конечно, переживал. No. Ну как, чуть-чуть ты же переживал? No. А, нет? Ну, молодец, ты настоящий артист, значит.
Вот, мы сейчас... И, Дошечка, не брынькай там, пожалуйста. Мы сейчас вот заехали, взяли драйв-сру для того, чтобы не глушить мотор, выходить, заходить, опять включать мотор. Очень удобно, особенно в зимнее время, когда холодно и все такое, и машину не хочется тыркать каждый раз, ехать драйв-сру. Драйв-сру это может есть в Макдональдсе, почти в Тим Хортонсе, в Старбакс даже в некоторых есть филиалах. А окошко, которое вы покупаете, не выходя из машины, это удобно именно... Ну, как бы все говорят, это для американцев-лентяев. Нет, это очень удобно. Если у вас полная машина детей, вы женщина одна за рулем, во-первых, вам не нужно их всех собирать, выходить, потом всех собирать, заходить назад, вот. А во-вторых, зимой, опять-таки, очень удобно, не нужно глушить мотор, дыркать его каждый раз туда-сюда. Вот, просто подъехали, купили, взяли и вот едем домой. Будем сейчас праздновать. И Дошкин первый большой, ну как большой концерт, это большой, был концерт к Крисмасу. Да, вечером мы едем на концерт учителей. Будут наши учителя выступать. Я думаю, что мы с Идошей получим большое очень удовольствие. Мы, конечно, бы все поехали вместе, но Габи не высидит просто 2 часа. А потом, чтобы бедный Костя там с ней где-то скитался, ходил по залу, не хочется. Поэтому мы поедем вдвоем. Да, мы пойдем сидеть наверху будем, для того, чтобы хорошо всех видеть и слышать. Очень было хорошо, очень приятно. Такое новогоднее создает настроение, потому что все песни, посвященные Крисмасу. Вот. И куда эта машина едет, непонятно. Я могла уже 10 раз проехать, но неважно, мы никуда не спешим. Тихонечко себе едем. I almost scored, but I didn't get it. Идоша, расскажи мне, как это было сидеть на сцене? Really good. The chair was bumpy and soft. Было приятно на нем сидеть. Тебе не было далеко, правда, сидеть first, от пиано? First of all, like, how will I play with all these gray notes? And then I looked further down and I saw real notes. Какие gray notes? There were gray notes on those massive pianos. А, да? Yeah, there are many things, so you can control the volume. Да, это просто настоящее фортепиано, большое. Это просто настоящий концертный зал. Как я и сказала, в нем будет выступать... Ну, Галкин, конечно, у нас не музыкант, но как бы большая сцена очень, естественно, акустика, во-первых. Акустика, звучание инструмента, все по-другому. Я считаю, это великолепно приучать ребенка к сцене. Конечно, там несколько девочек переживала, даже плакала. Да, одна маленькая девочка совсем, она еще и... Очень многие дети на двух инструментах играют. И, конечно, один получается всегда лучше. А одна девочка так сильно переживала, расплакалась, она должна была играть на барабане. И она просто так нервничала, бедненькая, расплакалась. Ей говорят, it's okay, если ты не хочешь играть, it's okay, если ты боишься, не бойся. There was even a boy called Luke who left. Лук, да, он ушел, наверное, ему нужно было уйти. Но он сыграл на гитаре и пошел. Правильно? Well, it was actually good. It's called The Holiday. It's called Christmas Melody. That's what it's called. And also, the stage was also, and the chairs, they were all set up like the вечерний Ургант one. Как вечерний Ургант. Все, мы приехали домой, пошли кушать. Ой, какой красивый вид, это там собор какой-то. Мы приехали, идет снег. Я машину, боже, такая счастливая, что была стоянка и нету много людей. Я вот так вот оставила дворники, чтобы их не засыпало и было потом удобно включить, все почистить и поехать. Потому что по ходу снега нападает немало. Все, поехали. Поехали в зал. Guys, by the way, whenever we eat, whenever I do this, Gabby does this. Она думает, что она тоже делает. Thumbs up. Что? Она тоже, когда ты делаешь так, она делает вот так, она думает, что она делает thumbs up. That's
That's what she looks like. So, guys, it's about to start. Да, мы уже ждем. Они задерживаются. Yeah. Мы сидим в обнимочку с моим сыночком. Вот. Mm-hmm. Так он ручку свою на мамочке держит. Да. Моя кися. Ждем. Thank you. What a wonderful, this can happen only to a great school that have the brilliant team of teachers that we your heart be loud.
Merci beaucoup. Вот мы вышли, все в снегу, снег продолжает идти, боже, шикарный концерт. И до бедной еле досидел уже, он уже был просто без сил. Иду, осторожно, машина, машина, осторожно, дай мне руку. Сейчас посмотрим, в каком состоянии наша машина. Вот у меня, как у всех профессионалов, отогнутые эти щетки, ну, как они называются, эти, которые чистят снег, стекло, как они, снегоочистители, дождевики. Я уже отвернула, как опытный канадец. Так, сейчас посмотрим, какая наша машинка. Ну, ничего, нормально. Не страшно. Сейчас я возьму щеточку, почищу быстренько. Вот, щеточка. И поехали. Сейчас быстренько очистим, главное, стеклышки, чтобы было видно, куда мы едем. Остальное по дороге отвалится. Так, хорошенечко. Чистим боковушечки. Зеркало чистое. Теперь главное, ой, вперед. Вот видите, зачем надо отставлять. Все, сейчас почистим и поедем. Почистим и поедем. О, главное не упасть. Я уже включила машину, пусть разогревается. Так, все, сейчас. Пока машина разогревается, я... Ой, чищу вот так снежок. Это наша канадская действительность. Это еще не страшно. Все, остальное дворники почистят. Так, так. Теперь главное еще расчистить здесь. Вот так. Вот так. Сейчас оно растворится, пока я буду ехать. Оно все по дороге отлетит. Так, все. Все, теперь мы опускаем. Опускаем. Так, а как оно шло по очереди? Какая у них очередь? Неважно, какая очередь, они потом сами себя установят. Вот так. О, все. Все, сейчас сложим палочку на место и поедем.